Молодой праздник напоминает о важной вехе в истории страны. Его посвятили подвигу народных ополченцев, которые без малого 400 лет назад освободили Москву от польских захватчиков. Эта победа положила конец тяжелейшему периоду, смутному времени, и послужила началом восстановления российского государства. Этот праздник отмечают во всей стране, в каждом регионе и в каждом населенном пункте. К слову, там, где считают, что сила в единстве. 4 ноября – День народного единства, а площадь Марацей пуста. Ни лозунгов, ни флагов, ни, собственно, людей. Впервые в истории организаторы все торжества решили перенести в зал КДЦ. И, кстати, правильно сделали. На улице сегодня не самая благоприятная погода. Пасмурно, дождливо, да еще и скользко. Не митингами и шествиями, а большим концертом. Впервые за 9 лет 4 ноября Нарьян-Мар решил отметить не на улице, а в теплом и уютном зале делового центра «Арктика». Организаторы праздника посчитали, что так будет лучше, как для горожан, так и для артистов. Ведь заболеть перед Новым годом явно никто не хочет. Ну, это для создания лучших условий зрителям, конечно же, в связи с погодными условиями, и также для артистов. Нарьян-Мар как на ладони. Пустых мест в зрительном зале нет. Посмотреть на поступление артистов пришли целыми семьями. Ажиотаж огромный. Концерт, пообещали организаторы, будет незабываемым. Его посвятили непосредственно празднику – Дню народного единства. В каждом номере можно распознать многонациональную культуру одной огромной страны. Праздник, который медленно, но верно набирает популярность. Его отмечают почти каждый третий. Кто-то сегодня пошел на митинг, кто-то остался дома, ну а кто-то сегодня здесь, в зале, как и мы. При этом большинство людей даже не понимают, чему радуются. И вообще, День народного единства, в честь кого и чего он существует в календаре. Что за праздник сегодня, знаете? А ты? Сегодня концерт. А в честь чего концерт? Народное единство. У взрослых с историей, конечно же, лучше. Впрочем, многие молодой праздник до сих пор путают с 7 ноября. Когда-то в этот день с таким же почетом отмечали Октябрьскую революцию. Это как бы своего рода вместо 7 ноября праздник. Рядышком даты. Вот люди старого поколения привыкли к тому празднику. Ну, сейчас постепенно перейдут к этому празднику. Смутное время кончилось. Наступила стабильность в государстве. Вот. И, может быть, в те времена и людям стало жить легче. Прийти, увидеть знакомых, посмотреть концерт, порадоваться за наше государство, которое поднимается, становится могущественнее, сильнее. Побольше бы таких праздников, побольше бы таких мероприятий вот для нас, пенсионеров. А вот Людмилу Батову праздник объединил с культурно-деловым центром «Арктика». Сложно поверить, но жительница Нарьян-Мара впервые находится в этом уникальном и красивом сооружении. Ведь, казалось бы, за 4 года существования Дворца культуры не побывать внутри – это что-то невероятное. Вытащила знакомая, вообще первый раз в этом Доме культуры, если честно, первый раз. Очень хорошо, красиво все. Пришла на концерт отдохнуть. Концерт, как и обещали организаторы, действительно стал незабываемым. За почти 2 часа артисты показали единство, только по-своему. Русские песни и танцы слились с творчеством других национальностей. Ноября. Для кого-то этот день в очередной раз прослушать праздничный концерт, для кого-то просто еще один выходной. Но всех нас эта дата в календаре заставляет объединиться, чтобы доказать самим же нам, мы можем жить едино, ведь от этого зависит будущее огромной страны, России. И правильно говорят, когда мы едины, то непобедимы. Олег Хатанзийский, Дмитрий Лукевич, телеканал «Север».